Здравствуйте, меня зовут Илья, я из города Могилева. В этом году я поступил в Trinity College в США на программу Liberal Arts, где буду изучать программирование и городскую планировку. Для меня было важно получить образование на английском языке, и я выбрал обучение именно в США, так как это страна, которая предоставляет возможности для финансовой поддержки. Также американский диплом ценится во всех странах мира, поэтому мой выбор был остановлен именно на США. Для меня было важно несколько критериев выбора университета, такое как географическое местоположение. Мне хотелось обучаться в определенном регионе США под названием New England. Также для меня были важны рейтинги, студенческая жизнь на кампусе и, конечно же, наличие моих специальностей. Как и все американские студенты, я сдавал экзамен SAT, также SAT Subject Test по математике и физике и тест на знание английского языка TOEFL. Начинал подготавливаться к экзаменам я примерно за 2 месяца, используя различные онлайн-ресурсы, а также книги. Документов, которые нужно подать во все вузы, на самом деле много, но когда поймете, рассмотрите их, поймете, что они, в принципе, повторяются. То есть самое главное — это заполнять их качественно и вовремя, потому что дедлайны у каждого университета свои. Для того, чтобы получить хорошую финансовую поддержку, нужно заинтересовать университет в себе. Так как американские вузы очень любят diversity, то есть разнообразие, можно сфокусироваться именно на том, чем же вы отличаетесь от других студентов и что вы можете дать вузу, чего не могут дать другие студенты.